Уважаемые одесситы, вчера комиссия ТЭП города приняла решение о ряде ограничений. Одним из таких ограничений является работа общественного транспорта, а именно его работа будет осуществляться до 22 часов вечера. Это время ограничений будет распространяться на праздничные дни. Начало маршрутной сети будет с 6 часов утра. Кроме того, на 30% уменьшается количество подвижного состава, которое задействуется в перевозке пассажиров. Иными словами, интервал между транспортом будет составлять примерно 20-25 минут.